Слава Иисусу Христу! С праздником всех! Свято подяки сегодня! И вот сегодня холодно, достаточно прохладно уже, вот, и замерзли уже все. Слава Богу, сейчас будем пить каву, капучино, зашли здесь мак, так что привет всем огромный с Киева, с берегов Днепра. Вот здесь действительно сейчас потрясающее событие. Свято подяки уже второй раз уже в Украине. В прошлом году не получилось у меня быть, и ну, я только смотрел только по записям, только смотрел по этим трансляциям. Нет, лучше в Big Mac лучше тогда. В общем, такой, да. Да. Вот. И в прошлом году только лишь по трансляциям смотрел, только лишь по записям от друзей. На Фейсбуке вот Женя тоже выставлял как раз тоже видео, а я сам не смог быть в Киеве. Но по милости Господней, в этом году получилось у меня быть в Киеве, слава Богу, здесь на берегах Днепра, вот, и слава Богу, пусть Господь благословит, все классные друзья, пусть Бог благословит Украину, сегодня Киев, особенным образом в это свято, подяка нам есть еще, казати Богу, дякую.